Яровая пшеница, норма высева, где-то 26 килограмм, 650 тысяч на гектар. В междурьяде 37,5, предшественник соя. Здесь не вносилось азотные удобрения, не вносились, и сложные удобрения не вносились. То есть вот так посев сейчас выглядит. Достаточно стабильный такой зеленый цвет. Но здесь 26 килограмм. А вот здесь у нас один и тот же сорт. А здесь у нас 200 килограмм. Здесь у нас 5 миллионов. И вот такая вот разница есть. Здесь растения не кустятся. Потому что я часто слышу, что яровая пшеница не кустится. Действительно не кустится. С такой густотой она не будет куститься. Посмотрите, один стебель. Одно растение, один стебель. Ну, в целом, ну, есть кое-где два. Там, где побольше пространства. Все, и такой вот желтый цвет. Ну, желтый-зеленый.